Мы поговорим с вами о том, как зарабатывать в интернете, давая возможность другим людям зарабатывать очень серьезные деньги в интернете. И давайте с самого начала договоримся, здесь есть много, наверное, новичков, людей, которые нас первый раз видят, чтобы мы в чат не скидывали спам, флуд, всякий мусор и так далее. Если такое будет, мы будем просто удалять таких людей, а если это будет повторно, то мы будем банить. И тогда вы в подобную комнату вообще не сможете войти. Кто с этим согласен, поставьте плюсики, и мы движемся вперед. Хорошо, спасибо большое за понимание. Итак, очень важно понять, где мы с вами находимся. Мы с вами очень незаметно перешли к капитализму и очень постепенно перешли в эру информационного потока. Мы с вами сегодня черпаем всю информацию не в телевизоре и не в газетах. Мы идем в интернет, идем в социальные сети, идем в YouTube, идем на сайты, там все узнаем. И очень важно понять, что деньги сегодня находятся тоже в интернете. Например, вот в 2009 году было создано приложение, всего лишь приложение. Это программа, программное обеспечение, которое сегодня стоит 50 миллиардов долларов. Оно позволяет людям найти быстро и вызвать такси, а таксистам найти быстро людей, которые хотят приехать из одной точки в другую точку. Или вот взять для примера целый гостиничный комплекс Hilton по всему миру. Он стоит 50, то есть он стоит 19 миллиардов долларов. 19 миллиардов, ему 55 лет. Но было создано приложение в 2008 году, то есть ему получается 7 лет всего лишь, которое позволяет людям найти квартиру, снять квартиру, продать квартиру. И его стоимость 25 миллиардов. Сравните, 55 лет гостиницы по всему миру и стоит меньше, чем какое-то приложение. Или вот еще очень интересный факт. Вы видите, как открываются, закрываются магазины, меняются вывески, закрываются даже супермаркеты, потому что сегодня это большие затраты на аренду, на складирование, оплату работников и так далее, и так далее, и так далее. И при этом, естественно, другое направление, интернет-торговля, электронная коммерция, развивается совершенно сногсшибающими темпами. 11 триллионов долларов по всему миру. Не миллионов, не миллиардов, 11 триллионов. Это всем известные продающие площадки. Amazon, Google, eBay, Target, AliExpress и так далее. И сегодня люди, ну особенно на Западе, в Америке, в Европе, покупают в основном через интернет-магазины. Просто важно это понять. Если вы еще мало покупаете в интернете, то это не значит, что никто не покупает. 11 триллионов долларов только в 2014 году. В 2015, естественно, будет больше. И мы сегодня поговорим о компании, которая примерно 2,5 года. 2,5 года, и она как раз работает на рынке электронной коммерции. За это время она создала обороты, заработала больше 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда – это очень серьезно для компании, которая всего лишь 2 года с небольшим. И при этом выплатила своим партнерам, то есть людям, которые зарабатывают сегодня на интернет-площадках, более 380 миллионов долларов. 380 миллионов долларов – это очень серьезная сумма. Напишите, пожалуйста, Виталию, чтобы он перезагрузил комнату, мне сейчас некогда это делать. Итак, любой человек понимает, что цены всегда есть разные. Есть оптовые, есть розничные. В одном магазине одна, в другом другая. То же самое касается интернет-магазинов. Например, один продукт или товар на eBay может несколько раз отличаться по цене от товара в Амазоне и наоборот. И компания Infinii создала некое приложение, которое позволяет нам быстро находить такие товары и работать вот с этой разницей в цене. И значит при этом зарабатывать. Причем зарабатывать весьма-весьма приличные деньги. Ну вот представьте, например, у вас есть три наименования товара. Вот здесь электрические лампы, брюки, какие-то детские товары. Вы продали 10 штук ламп, это 60 долларов. Продали 25 брюк, это 115 долларов. Продали 20 детских товаров, это 200 долларов. Представим, что это за день. Вы за день заработали порядка 400 долларов. Вам не нужно ездить на работу, вам не нужно ездить в офис, вам не нужно контактировать с начальником, хозяином, работодателем. Вы делаете свое дело, вы делаете свой бизнес и зарабатываете весьма-весьма приличные деньги. Кто-то считает, что это много, да, 400 долларов в день, но вы можете на YouTube поискать, люди зарабатывают тысячи долларов ежедневно на площадках, о которых я говорил, eBay, Amazon и так далее.
Они ничего не производят, у них нет своего магазина. Они просто работают вот с подобными вещами. Они выставляют один товар на другой площадке или с этой площадки на другой. И вот на этом зарабатывают. В Америке сегодня это тренд. Сегодня огромное количество людей хотят зарабатывать на этих продающих площадках. Но компания Infinii создала нечто необычное. Она создала робот, она создала программу, которая позволяет нам с вами, обычным людям, ничего в этом не понимающим, научиться и зарабатывать на этих площадках, на разницах и на собственной площадке, которая называется Springboard. Это название трамплин. То есть сейчас только все начинается. Важно понять, запуск этого сервиса, запуск этой компании на русскоязычном пространстве будет с 15 января. Но уже сейчас сайт работает, сейчас уже работает программа, обучающие видео, но на английском языке. Те из вас, которые знают английский язык, вы можете уже начинать буквально с сегодняшнего дня использовать все это. Здесь нужно просто приобрести для себя лицензию на данную программу. Самая минимальная лицензия — это $50. Да, здесь ограниченные функции. У вас 15 наименований товаров. У вас минимальный функционал, но с этого можно начинать. У вас уже есть видеоролики обучающие, вы начинаете действовать и начинаете зарабатывать. Например, 5, 10, 20, пусть $50 в день на этой программе. Если вам этого мало, вы переходите к следующему этапу. Это уже программа более функциональная, она стоит $150 в месяц. То есть это лицензия, которую вы оплачиваете за то, что пользуетесь данной программой. И здесь у вас уже более широкие возможности. 30 наименований товара. Вы можете больше процент устанавливать на продаже, и у вас более высокий уровень обучения. Под каждый пакет дается свое обучение. И именно обучение является главной ценностью, которую сегодня компания может дать. Ну и плюс функционал программы. Множество людей зарабатывают сегодня без вот этой программы. Но они проходили какое-то обучение. Я думаю, вы понимаете, вот так с нуля войти на Amazon и eBay, зарабатывать большие деньги невозможно. И здесь вас будут обучать специалисты, как это делать правильно, грамотно, эффективно, с минимальными затратами времени, денег и тому подобное. Если вы хотите идти дальше, зарабатывать $1000 ежедневно, вам предлагается программа стоимостью в $400 ежемесячной лицензии. Это уже сверхзвуковой лайнер. Здесь у вас 60 товаров, которые можете оперировать. Вы можете устанавливать цену на до 400%. Выше, чем та, по которой вы берете. Вы работаете и на площадке Springboard, и на еще множестве площадок во всем мире. И у вас самого высокого уровня обучения. Здесь вы можете зарабатывать просто очень большие деньги. И $2000 в день, и 3, и 5. В интернете можете найти. Вот есть видеоролик, где женщина $4200 заработала за 24 часа. Это не какой-то уникальный день, это просто ее рабочий формат. Поэтому вы тоже можете дойти и до этого уровня. Просто важно, чтобы вы понимали, какие деньги вы можете зарабатывать на каждой программе. Здесь можно зарабатывать очень большие деньги. И до декабря этого года компания занималась именно тем, что обучала людей тому, как зарабатывать, и давала определенный функционал. Но сейчас она добавила функционал. Она добавляет продукты на свою площадку, и она предлагает, кроме того, что зарабатывать на площадке eBay, Amazon и так далее, предложила еще и сетевую составляющую. То есть, любой человек может, кроме того, что зарабатывать, сидя дома перед компьютером, зарабатывать еще, давая информацию о том, что есть такая программа, есть такая возможность. И вы просто подумайте, сколько в вашем окружении людей, начиная с студенческого возраста и до пенсионного, которые хотели бы зарабатывать чисто сидя дома перед интернетом и работая с товарами. Не с людьми, а с товарами. Я думаю, у каждого найдется, ну, по меньшей мере, десяток таких человек. А в интернете таких людей миллионы, которые хотели бы зарабатывать вот таким путем. И когда вы им даете информацию, и они для себя приобретают эту лицензию, кроме того, они еще начинают зарабатывать на товарах, вам за это компания выплачивает комиссии. И здесь есть 6 видов дохода. Очень серьезные доходы. То есть сама программа дает возможность, обучившись, зарабатывать большие деньги. И создание сети, создание команды, создание оборота позволяет зарабатывать очень большие деньги. Важно понять, что здесь два вида маркетинг-плана. То есть здесь
гибридный маркетинг-план. Во-первых, это бинарная система, где у вас строится левая и правая ветка. И линейная система, где у вас строится ширина, которая идет в глубину. Здесь два вида вознаграждения. Если обычная бинарная компания дает возможность зарабатывать вам на меньшей ветке, а большая отрезается от вас, она дает только возможность зарабатывания, то в нашем случае, когда у вас есть гибридный маркетинг-план, вы зарабатываете и на минимальной ветке, и на максимальной, когда у вас есть здесь команда. Итак, все начинается с того, что вы, поняв идею, подключаетесь и приобретаете для себя две возможности. Первое. Вы можете приглашать партнеров. Эта возможность тоже не бесплатная, она стоит $10. Подключение для вас бесплатно. Любой человек регистрируется бесплатно. Но чтобы пригласить первого, второго и так далее партнеров, людей, которые будут строить вашу команду, вам нужно заплатить $10 в месяц. Это партнерская активизация партнерской программы. Второе. Вам нужно оплатить $50 как минимум, чтобы получать вознаграждение. И если вы это сделали и пригласили первого человека и второго человека, вы уже получаете вознаграждение. Когда они начинают продавать товары и зарабатывают деньги, вам тоже начисляется BV, это баллы, которые потом переходят и в ваши доходы. Один, например, продал, заработал 4 BV для вас, второй продал, заработал 12 BV для вас. Это все суммируется. Здесь человек купил для себя лицензию за 150 BV, здесь за 400. И это все составляет ваш товарооборот. И продажа лицензий, и продажа товаров через площадки, которые предлагает компания Infinii. И вот так у вас начинает строиться бизнес. Этот человек вошел и пригласил тех, которые строят команду. И также пригласил тех, кто просто хочет, например, зарабатывать на программе. Этот человек вошел, тоже пригласил и таких людей, и таких, и это создает товарооборот. Весь этот товарооборот ваш, командный. Отсюда вы получаете доход. Первый вид дохода за личное приглашение. Это бонус быстрого старта. Вы пригласили человека на вебинар, он посмотрел для себя, дали ему ссылку в скайпе или в социальной сети, он посмотрел, заинтересовался, приобрел для себя лицензию, вы получили 15%. Если маленькая лицензия на $50, вы получили $7.5, максимальная лицензия $400, вы получили $60. Причем эти деньги вы будете получать ежемесячно, когда человек оплачивает ежемесячную лицензию. Следующий вид дохода называется beginner бонус или бонус для начинающих. Вот это уникальное, я могу сказать, изобретение компании Infinii, потому что вы получаете аванс. Вы получаете своего рода подъемные деньги, которые позволят вам продержаться первые 2-3 месяца, даже если вы еще не успели овладеть программой. Вы уже будете зарабатывать здесь небольшие деньги, ну, для кого-то небольшие, для кого-то приличные. Если вы просто сами вошли на $50 и пригласили одного человека слева, одного человека справа на $50. Вот это включает уже все остальные виды дохода. Если вы одного пригласили, у вас нет видов дохода, ну один есть, нет, два. Один за личное приглашение и второй еще командный, там я дальше покажу. Но когда вы двух пригласили, одного слева, справа, включаются все остальные. И включается вот этот beginner бонус, то есть бонус для начинающего. К чему он сводится? Компания гарантированно вам выплатит $600, но не сразу. В течение 3-4 месяцев или меньше, по мере развития вашего бизнеса. Чем быстрее будет развиваться ваш бизнес, тем быстрее вы заберете эти $600. Вы можете их и в первый месяц забрать, если у вас активно идет развитие бизнеса. Но все начинается с того, что вы пригласили двух. Это создало оборот суммарный 150. Но как только еще будет активность, например, вот здесь появится человек или продажи какие-то на 50 BV. Это уже 200 BV и здесь срабатывает формула умножения на 1,5, на 1,5. Уже $300 компания вам выплатит. В течение, может быть, первого месяца, второго месяца, но $300 уже выплатит. Когда оборот составит 400 BV, умножаем на 1,5, это будет 600. Вот на первом этапе выплачивается 600, а дальше вот здесь мы видим цифру 1800. То есть на трех этапах вы получаете возможность получить 1800. Ну, пока говорим о 600, потом я дальше немножко объясню.
Третий вид дохода – это бинарная система. И здесь ваш бонус ограничен суммой в 50 тысяч долларов в неделю. Это максимальная сумма выплачивания по бинарам. Вы получаете здесь не за циклы, как обычно бывает в бинарах, а процент от товарооборота меньше ветки. На первых этапах, вот здесь 4 ступенечки, у вас менеджер, вы имеете 10%. Следующие 4 ступеньки – это директорские ступеньки. Здесь вы имеете 15%. И на ступеньках амбассадор вы имеете 20% с минимальной ветки. Например, вы менеджер. И вот в минимальной ветке оборот составил 8000 BV. Умножаем на 10, получая 800 долларов в неделю. На следующем этапе вы стали директором уже. И вам положено 15%. В минимальной ветке оборот составился 28 тысяч долларов, умножим на 15%, вы получили 4200 долларов в неделю. На ступенечке амбассадор умножается на 20%. Следующий вид дохода — это 5%. Вот это уже линейный доход. Линейное вознаграждение от вашей структуры, тех людей, которых пригласили вы и которых пригласили они. Вы пригласили, например, одного, второго, третьего, четвертого человека. Кроме того, что они выстроились у вас в бинаре каким-то образом, вы еще получаете линейное вознаграждение. То есть считаем, что они у вас и в линейке также выстраиваются. И каждый из них тоже приглашает одного, второго, третьего, пятого, десятого и так далее. У вас растет структура, и весь этот оборот дает вам 5%. 5% с неограниченной глубины. Вы можете пригласить 20-50 человек. Чем больше вы пригласите, тем, соответственно, шире ваша структура и тем больше доход вы будете иметь. Он не ограничен ничем, кроме вот этой цифры. 200 тысяч долларов в месяц. То есть по бинарной сетке вы имеете 50 тысяч долларов в неделю максимум. И по линейке вы имеете максимум 50 тысяч долларов в неделю или 200 тысяч долларов в месяц. Я надеюсь, никто не огорчится такими цифрами. И сейчас мы посмотрим табличку. Следующий, пятый вид дохода – это премии за достижение вами все более высоких уровней. Она начинается с уровня директора. Ну, давайте на табличке, все будет видно. Итак, вот мы с вами beginner, мы начинающие. Мы оплатили 50 долларов и пригласили первых двух своих партнеров. Мы говорили, что здесь компания вам гарантирует 600 долларов, когда ваш оборот составит уже более 200. Вот эти 600 долларов, но в неделю на этом уровне вы получаете максимум 260 долларов. 260 максимум в неделю. Следующий уровень — менеджер. Ваш оборот личной структуры, которых вы пригласили, которых они пригласили, 750 баллов, а оборот минимальной ветки в бинаре 375. Здесь вы уже получите еще 600 долларов. На этой ступенечке ограничение в неделю — это 760 долларов. Начиная с третьего уровня, здесь уже, чтобы иметь уровень третий, да, это региональный менеджер, вам нужно приобрести программу 150. И оборот должен быть не менее 3000 в вашей команде и не менее 1500 в вашей минимальной ветке в бинаре. Здесь еще 600 долларов из вот того beginner бонуса вы получаете. Это с исключением того, что вы имеете доход от построения структуры и так далее. И ваш доход в неделю здесь ограничен планкой в 1000 долларов. Вот это все можно пройти, я считаю, за месяц. За месяц, полтора. И очень интересный момент начинается с того, как вы подошли к уровню директора. Здесь, как вы видите, вы оплачиваете уже 150 лицензию. Ваш оборот в команде должен быть 30 тысяч долларов или выше. Оборот в минимальной ветке по бинару 10 тысяч или выше. Планка вашего дохода на этом уровне 3,5 тысячи долларов в неделю. И на этом уровне вы получаете премии. Вот это очень важный момент. Вы получаете первую премию, которая составляет 10 тысяч долларов. Но если вы вышли на уровень директора за 3 месяца, вот внимательно, за 3 месяца, за 90 дней, вы получаете еще 10 тысяч долларов. Причем для нас с вами, ну, очень ценная информация. Запуск компании на русскоязычном рынке начинается с 15 января. До 15 января
Вот мы не считаемся, что мы начали бизнес. С 15 января будут считаться вот эти 3 месяца. И если до 15 января вы создадите команду, то вы можете и в первый месяц, в январе, например, выйти, или там в начале февраля, выйти на этот уровень. Потому что вы уже целый декабрь и пол января работали. Вот это прошу понять. У нас с вами просто уникальные возможности получить премию в 20 тысяч долларов. Ну, немножко напрягшись, конечно. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Здесь нужно работать. И вот эта премия в 20 тысяч долларов выплачивается вам за 2 месяца. Вот здесь срок выплаты за 2 месяца. Не сразу вы получите 20. Сначала 10, потом еще 10. Но я думаю, это тоже весьма-весьма весомо для любого человека. Как видите, на каждом уровне здесь дальше начинается и премии. Вот 20 тысяч, и 50 тысяч, и 150 тысяч премии. И начинается вот этот бонус Infinity. Здесь на уровне директора он ограничен 200 долларами в неделю, потом 500 долларов в неделю, потом 1200. И в конечном итоге то, что мы говорили, 200 тысяч долларов в месяц или 50 тысяч долларов в неделю. И по линейному маркетинг-плану, и по бинарному 50 тысяч долларов в неделю. Вы, когда внимательно смотрите эту табличку, сопоставите, вы поймете, что здесь ну, просто уникальные возможности для дохода. Деньги компания готова выплачивать очень и очень большие. Только, конечно, нужно поработать. И есть еще шестой вид дохода, это процент от мирового товарооборота. Очень важно понять, что все только-только начинается. Компания буквально 2 недели назад выставила сайт, и примерно неделю назад начались регистрации. То есть сейчас, ну, буквально первые шаги. Сейчас в основном включается и включилась Америка, Канада. Но если посмотрим на сайт Алекса, вот со вчерашнего дня появилась уже и Россия. Уже видно Россию. Россия тоже включилась. Это очень быстрый, динамичный рост, потому что идея вообще привлекательна для огромного количества людей. Это не какой-то просто сетевой маркетинг. Приглашай и зарабатывай. Это не какой-то хайп. Вложи и имей. Это серьезная возможность для любого человека, который готов обучиться и зарабатывать серьезные деньги, просто работая в компьютере и участвуя в товарообороте вот этих крупнейших магазинов eBay, Amazon и так далее. Вот вам важно это понять. Здесь 2 уникальные возможности дохода. И когда вы доходите до уровня директора, вы начинаете получать вот с этого 6-го бонуса. 2%, то есть половина вот этого всего бонуса идет на директоров. Их, конечно, больше всего будет. Но это уже пассивный доход, элемент пассивного дохода. 1% идет на сеньор-директоров, 0,5% на экзекьютив-директоров, ну и так далее. И это постоянно растущий ваш доход. Да, еще не сказал немножко вот здесь о пенсиях. Начиная с уровня президентского директора, вы начинаете получать пенсию в размере 25 тысяч долларов в течение года. Потом эта пенсия составляет уже 40 тысяч долларов, потом это 75 тысяч долларов и так далее. То есть сама идея компании вынашивалась людьми, которые военные. Они получают пенсию от государства, и они решили дать эту возможность всем партнерам компании Infinia иметь пенсию за проделанную работу. Когда вы создали большой товарооборот, вы вложили много энергии, силы, времени в развитие бизнеса Infinia, вы получаете пенсию и становитесь богатым пенсионером. Вот, друзья, в принципе, все сводится к элементарным действиям. Первый шаг – вы становитесь партнером и приобретаете для себя лицензию. Второй шаг – вы приглашаете 2 партнеров, и это открывает вам двери во все виды дохода, и главное для начала – это вот этот beginner бонус, второй бонус, или подъемные. То есть 600 долларов вы получите, как только начнет развиваться товарооборот. И следующая задача – за 90 дней выйти на уровень директора и получить 20 тысяч долларов премии. Вот такая вот интересная информация.